Всем привет, дорогие друзья! С мясного Зарбаба мы продолжаем проходить игру Человек-паук Ремастер. Итак, мы с вами сегодня будем немножко пополнять, опять-таки, защищать районы. Сейчас мы с вами на очереди Чайнатаун. И потом попытаемся вернуться, опять-таки, в финансовый район, доделать преступление бандитов и преступление демонов. Всего осталось там их по два. Полетаем здесь по этому райончику, посмотрим, может быть, что-нибудь и найдем. А пока у нас с вами броневик демонов. Здесь, в принципе, все топки я выполнил. Осталось только, получается, его закончить. Ну, поехали. Демоны становятся все сильнее. Эти парни хуже, чем когда-либо был парни. Деньги можно и проще доставать. И не таким преступным путем. Да. Да куда ж ты уходи? Ну, держитесь! Мы закончили! Ой, тихо-тихо-тихо. Да уйди ты, господи, боже мой! Он застрял! А, все, это прилипший, хорошо. Здесь закончили, получается, мы с ними. А здесь у нас еще есть, получается, испытание бомбы. Ближайшее. Это Соболь контроль. Доложите обстановку в Датчтауне. Блокпост атаковали демоны. Ага, хорошо, еще одно. Лучше вмешаюсь, пока не дошло до жертв. Не подавайте! Эй, крыша для барбекю, а не для стрельбы! Ох, это было больно. Не фартануло. Ну ладно. Метров. Эти бомбы сами себя не обезвредят. Ну блин, Человек-паук, а? Ну что такое? Да, с этой все. Может, ты поторопишься сегодня, нет? Ну вот почему? Почему? Ну ты же видишь ее сразу, далека. Почему? Да куда? Идеал был близко. Короткий фитиль приз полученных. Окей. Я даже не буду перепроходить. Хорошо, здесь, в принципе, получается тоже все. Давай тогда к достопримечательности.
Ну, отлично. Фоткаем. Вильямсбургский мост. Удобная дорога в места, которые мне не по карману. Следующее. А, тут есть испытание опять-таки. Штурм блокпоста. Ну, поехали. Блин, если сейчас я перемещусь, то получается я его потеряю, это испытание. Пересделка. Это плохо для всех. Все обиды когда-нибудь забудутся, нужно подождать. Ну, держите. Просто загляденье. Ну, где кто? Док звонил. Хочу поблагодарить тебя. Твоя работа над нейроинтерфейсом бесценна. Жаль, что не могу пока показать тебе, что это значит. Но я начинаю понимать, насколько могущественные и коварные силы противостоят истинным творцам. Обещаю, долго ждать не придется. Успех придет, чего бы это ни стоило. Могущественные и коварные силы? Не нравится мне это. Надо навестить Дока, как смогу. Фух, выполнили. Выполнили испытание. Все, с демонами закончено. Получается, есть только два преступления. Поехали к следующему. Достопримечательности к следующей. Да беги ты. Ага, пришел. Пришел на место. Не против чего? Конфуций Плаза. Мне бы сейчас пригодилась часть его мудрости. А это у тебя ботинки или типа носки с подошв? Я сняла, кухня его фото. Носки с подошвой. Преступление, отлично. Всем машинам произошло нападение. Нужно подкрепление на Корлерсхук, прием. Только трусы нападают на беспомощных. Нападите на меня! Спойлер, будет сдача. Эх, было больно сейчас. Ну, в принципе, и все. Смешные вы, хулиганы. Смешные какие-то хулиганы. Где достопримечательность? Привет. Ты прицепил рюкзак к моему дому. Поступила жалоба, его могут забрать. Это работа для паучка. Ух ты, я налетел на Человека-паука! Подожди. Во-первых... А что тут должен сфоткать? Не понимаю. Улицу? Мод-стрит. Главная улица Чайна-тауна. Мило, хорошо. Но турист. Внимание! Замечено незаконное вторжение. Нужны машины в нижнем ист-сайде. Да залезь ты, пожалуйста. Раненое плечо в итоге зажило. Счет пришлось оплачивать дольше. Хорошо, у нас получается здесь... Взлом. По-моему, последнее преступление, да? Да, точно, отлично. Ну, вперед. Ух ты, классические взломщики. Люблю традиции. Человек-паук! Я же говорил, что мы шумим! Вряд ли вы чините замок. Эх, вот это сейчас было больно. Ты за все заплатишь, я тебя не прощу.
хорошо его приложил. Это было больно. Эй, а ну спускайся! Я его ранил. Ну, держитесь! Достали. Дам совет. Пока не научились как следует взламывать, не беритесь за взломы. Ну все, в принципе, здесь тоже мы с вами закончили. Осталось, что у нас? Достопримечательность и испытание. Испытание дрон. Так, подожди, а где еще достопримечательность? Ага, в принципе, недалеко. Ну давай тогда сюда. Сфоткаем, а потом уже закончим, так сказать, с дроном. We got this, Spider-Man. Thanks anyway. Отлично. Я и забыл, как люблю фотографию. Ну что, осталось только испытание. Вот и дрон. Ну, начинается. Все окончено. Ну, фиг бы с ним. На, фиг бы с ним, опять-таки. Крутая шпионская камера. Теперь можно поймать дрон. Хорошо, но я могу лучше. Не, не будем мы свой проходить это все дело. Вообще не будем. Все получается. В Чайна Тауне мы пока тоже все закончили. Хорошо, давай тогда дочистим, так сказать, получается, финансовый квартал. Ну, давайте какую-нибудь метку поставим, чтобы куда-то... А, ну, в принципе, в сторону задания основного пойдем. Ждем. Ну, вот что-то я уже нашел. Как мило! Ты все это для одного меня? Вау! Вот это, конечно, было вот опять-таки больно, непонятно. Где он там? Демонам пора в какой-нибудь отпуск. Они что-то очень уж напряжены. Хорошо, полетали. Получается еще два преступления и одни демоны. Ну, давайте, не знаю, сюда пойдем. Есть что-нибудь? Есть, отлично. Демоны, опять-таки. Пожалуй, помогу тем, кто не взрывал ратушу. Все парни из Соболя меня не любят. Представьте, как я не люблю вас!
Держите! Добро пожаловать на шоу! Чувачок, ты откуда взялся-то? Я думал, с вами тут уже покончено. Отлично. Все. С ними здесь покончено. Осталось только два преступления. Опять-таки придется летать. Простите, парни. У меня правило. Вижу, вмешиваюсь. Авария, хорошо. У нас вызов из Налиты. Там внизу серьезная авария. Кто-то мог пострадать. Почти достал! Помоги! Не могу пошевелиться! Давай, давай уже. А, он всего лишь один? Надо найти виновников этой аварии, пока никто больше не пострадал. А, это еще не все. Я смотрю, что как-то слишком легко. Они да, уходят. Давай. Нужно догнать. Человек-паук. Ну, давай. Они уходят. Что нам с этим делать? Все. Отлично. Осталось последнее преступление. Я прям далеко ушел от основного квартала. Почти уже к заданию пришел. Всем машинам возможное похищение. Нужны машины к югу от Каутон. Так, это где? Здесь вроде как все, здесь получилось, в принципе, тоже все. Но пока никак. Ну где последнее преступление, ну? До сих пор ничего нету. Внимание всем постам, ограбление магазина. Нужно подкрепление в финансовом квартале. Где? Отлично. Есть. Тут на знаке написано: мы оставляем за собой право не обслуживать преступников. Я застрял. Да куда ж ты? Где тут кто-нибудь есть? О. Воу. А можно мне сегодня ударить, спасибо.
Все. Закончено здесь. Финансовый квартал... Надо уйти до приезда полиции. Мало ли, как они меня воспримут. Финансовый квартал пройден с вами. Отлично. Давайте тогда уже идти по основному сюжетному заданию. Три района пока мы с вами зачистили, пока то, что доступно. Это Бауэри, но где доктор Майклс? Мы готовы, доктор Майклс. Это дыхание дьявола? Это GR-27, а не... Просто будьте осторожнее. В плохих руках это... Не волнуйтесь, мы лучшие в мире. Да, стало спокойнее. Код 381, груз уже в пути. Сюда, доктор Майклс. Это что за хрень? Ох, какой танк. Противник! Охраняйте груз! Увезите его! Лучший в мире. Паучок, по-моему, пора вмешаться, нет? Здравствуйте, доктор. Вот так вот. Лучший в мире. Отвали! Все под контролем! Ага, конечно. Оно и видно. Юрий, я преследую Мартина Ли. Кажется, у него и Майклс, и дыхание дьявола. Принято. Направляем к тебе другие группы. Он взял Майклса живым. Уже хорошо. Может, хочет заставить изготовить больше дыхания дьявола? Надо остановить этот грузовик, или танк, или что там. Ой, куда же ты, ну... Да слезь ты, пожалуйста. Это было больно. Нам разрешено стрелять на поражение. Больше предупреждений не будет. Эй, эй, там биологическое оружие! Всем бойцам, открыть огонь! Ого! Что это все вдруг стали пускать ракеты? Что происходит? Человек Паук, уходи отсюда! Ты мешаешь проведению операции! Простите, но операция ракеты на Манхэттене меня не устраивает! Ну чё? Всё? Нет, только начало. Прежде чем идти за Ли, надо избавиться от ребят на машинах. Придет и покарает всех грешников! Уже пришел и покарал тебя за херню полную.
Ох, красиво-то как. Ли, отдай его! Ой-о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 й-
Работаю над этим! Кричал? А этот паук довольно умный. Быстрее! Раз! Я разберусь! Что со мной происходит? Начинается новая жизнь! Что за черт? Должен признаться, я надеялся привести тебя сюда. Способности позволяют мне быть убедительным. Я следил за тобой. Я ждал тебя в ратуше. Но ты не пришел. Где ты был? Это наяву или в голове? Столько людей погибло из-за того, что не нашлось героев, готовых их спасти. Тот полицейский спас тебе жизнь, верно? Он был здесь из-за тебя. Ну, это начинается с самобичевания. И Норман хотел его использовать. Бессмысленный жест, как оказалось. А где в это время был сам Норман? Спасал свою шкуру, словно крыса. Он знал, что должно случиться, и он бежал. Норман — скрытая раковая опухоль города. Ее нужно удалить вместе со всеми метастазами коррупции. Норман прячется под маской лжи. Я сорву ее и вытащу его на свет. Надень маску! Стань одним из нас! Спасибо, не надо! Так или иначе, ты будешь служить мне! Ну, это вряд ли. Все души, потерянные тобой. Все невинные жертвы, которых ты не спас. Их кровь на ваших руках, Мартин! Ты можешь остановить Осборна. Да ё-моё, я же нажимаю уклонение. Как тебе болен? Всех! Что значит одна жизнь? Сделка проста. Одна жизнь за целый город. Да что происходит? Ты защищаешь Осборна, пока он сидит в башне слоновой кости? Не может быть! Покажи свою истинную силу! Наконец-то. Немножечко ударил хоть. Да что ты будешь делать? На колени! Я сорву с тебя маску и открою твое истинное лицо! Тебе не дали мне клятву! А я атака им силу. Маска! Что? Я должен уничтожить маску! Стой! Я не брошу вас во тьме, Мартин! Я сломаю тебя и уничтожу твою личность! Так нельзя! Вы можете вернуться к свету! Нет! Воу-воу-воу-воу! Успел.
Да, уже нету. Вы целы? Ее забрали? Да. Сильно надо волноваться. Сильно. А вы популярны. Препарат у вас? Нет. Черт побери! Тоже мне супергерой. Думаешь, всех спасаешь, а делаешь только хуже. Это твоя вина. Моя вина? Он был под твоей защитой. Тебе точно оба нужны? Стоп! Нам срочно нужно к мистеру Осборну. Я пойду с ней. Спасибо. Я не забуду. Больно. Юрий, скажи мне, что вы узнали, где прячется Мартин Ли. Один парень из кофейни заснял видео. Похоже, после аварии Ли сел в черный седан. Черный седан, отлично. Это не все. На видео видна часть номера. Один из патрульных только что нашел черный седан с подходящим номером на стоянке возле канала Хадсон. Ты отличный коп, Юрий. Иду туда. Нет, уже не в этой серии. Точно 100%. Костюмчик какой-то новый открылся, да? Новые способности открылись. Автоматическое лечение с помощью концентрации при малом запасе здоровья. Вот, кстати, вот это было бы полезно. Наверное, поставлю вместо вот этого сейчас. Нет, не то заменил. Вот это хотел заменить. А, понятно. Вот так вот делаем. Вот здесь вот заменить. Хорошо. А что получается еще у нас тут есть? Атаки гаджетов повышают концентрацию, но я, блин, мало ими пользуюсь. Может быть, взять это что-то другое. Уменьшение длительности шока, вызываемого электродубинками и другим электрическим оружием. Поверхность костюма покрывается разрядами плазмы, оглушающим врагов при контакте. После использования требуется перезарядка. Шанс получить боезапас гаджета при получении урона. От взрыва. Ну вот, кстати, можно попробовать замедление времени после идеального уклонения. А здесь что у нас? Паутина атаки. Увеличение урона при запасе здоровья более 100. Когда такое будет? Повышение скорости накопления концентрации. Это, кстати, более полезно будет, наверное. Чем быстрее будет концентрация появляться, тем будет все-таки получше. Хорошо, новый костюм, получается, какой-то открылся у нас. По навыкам. Как раз, в принципе, есть 2 очка навыкам. Находясь в воздухе или отскочив от врага, нажмите квадрат плюс крестик, чтобы нести мощный удар. Ну, давайте открывать. И задание только основное, получается, у нас есть. По персам, по-моему, больше ничего не появилось новенького, да? Нет, появился, кстати. Доктор Морган Майклс. Доктор Морган Майклс занимает должность главного научного сотрудника Аскорб в проекте GR27, посвященном генной терапии. Надо сказать, что для руководителя такого важного проекта он недостаточно известен. Ну, то есть я фанатик науки, но я никогда о нем не слышал. В академических базах данных он упоминается только пару раз, и то по незначительным поводам. Помню, в одном из его писем упоминалось, что он грек. Может, Майклс — это американизированная форма его имени, а на самом деле он какой-нибудь Мекалопулус. Но это все не важно. Исходя из того, что я знаю о его работах, он гениален. Он специализируется на наследственных заболеваниях, ищет лекарства от неизлечимого. Хотелось бы наверить, что его открытия станут бесценным даром человечества, но, увы, Аскорб специализируется на оборонных контрактах.
а любое орало можно перековать на меч. Немного странно, что их вообще не заинтересовало это направление, но Норман придает ему большое значение, как и сам Майклс. Тут что-то намного больше, чем обычная страсть ученого. Не удивлюсь, если он старается для себя, на снимках он не выглядит здоровым. Тощий, бледный, с темными кругами под глазами. Может, у него неизлечимое генетическое заболевание? Что-то я увлекся. Наверное, он просто не высыпается. Уж я точно знаю, что это такое. Силы и способности. Талантливый биохимик. Никто не разбирается в дыхании дьявола лучше него. Хорошо. Давайте смотреть на карту, что у нас, в принципе, здесь доступно. Здесь, в принципе, пока все. Здесь тоже пока все. Давайте тогда в новый район, так сказать, отправимся. Будем его зачищать. Ну вот тут у нас что, получается, осталось... Опять-таки, только два преступления и одно преступление демонов. Ну, давайте начнем сюда. Пойдем, посмотрим. Извини, нас прервали. О чем мы говорили? Это не все. На видео видна часть номера. Один из патрульных только что нашел черный седан с подходящим номером на стоянке возле канала Хадсон. Ты отличный коп, Юрий. Иду туда. Ну, я как бы знаю... Ну то что-то еще моргает. Человек-паук? Алло? Работает? Доктор Майклс? Как это понимать? Одолжил одну из раций Соболя. Слушай, дыхание дьявола наверняка применят в транспортных узлах. Аэропорт, автовокзал, крупные станции. Зараза распространится как пожар. Какого дьявола Аскорб занимается биологическим оружием прямо в городе, а не в каком-нибудь бункере на Аляске? Дыхание дьявола – личный проект Нормана. Он одержим им не первый десяток лет. Проект нарушает все федеральные и местные законы, но ему плевать. Если город узнает, о перевыборах он может забыть. О перевыборах можно забыть. Его ждет Гаагский трибунал. Зачем вы мне это говорите? Разве вы не так же виновны, как Норман? Да, конечно. Но действия Ли послужили для нас сигналом. Мы слишком долго игнорировали риски проекта. Я верю тебе, Человек-паук. Один ты пытаешься действовать правильно, прошу. Защити город от наших ошибок. Ну, как всегда. Кто-то что-то запоганит, а я потом исправляй. Это у нас... Подожди, у нас два задания, что ли, получится? Если нет. А что у нас заметка какая-то стоит? А, это своя точка. Я не могу понять, что это такое. Ладно. Что у нас здесь? Опять-таки летаем, ищем, ждем, когда появится преступление. Внимание всем постам! Поступило сообщение о минировании. Нужно подкрепление в Клинтоне. Отлично, давай. Остановить преступление за 3 минуты. Сбросить 3 врагов со здания. С какого здания? И снова звонок из тех, что участились в последнее время. Говорите! Мистер Джеймсон, я хочу извиниться. Мне казалось, вы паникер. Но что стало с нашим городом? Я боюсь выходить на улицу. Так и должно быть. Я принимаю ваши извинения. Я понимаю. Вас одурачили модные разговорчики о том, что все вокруг вас чудесно, волноваться нечем, живите в свое удовольствие, не задавайте вопросов. Я был единственным голосом разума. Но сегодня все больше людей начинают, как вы, понимать, где правда. Итак, друзья мои, мы вернем себе наш город. Ну, давайте поговорим. А время уже пошло? Тут только получается драться. Я бы, наверное, вырубил этого товарища. Ратуша не повторится. Я так сказал. Ну, держитесь. Вообще не касаясь земли. Демоны кончились. Теперь бомба. —
Потеть сейчас совсем ни к чему. Ух ты. Мне нужно получить 2. Сколько у меня в наличии? Одно пятерочка, да? Но по-любому пятерку надо будет ставить, это 100%. В итоге даже получается придется поставить, сделать 6. Мне нужно, получается, 2 двоечки, да? А, ну либо 3. И получается 1. Ну поехали. Так, ключ у меня. Ага. Это что такое? Снайперы, берегись! Отлично, давай, 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 давай. Разберусь со снайперами, пока они ни в кого не попали. Ну тут надо, получается, сбросить. В смысле, а я что, не остановил за 3 минуты, что ли? Моя команда заберет эти заряды. Ты молодец, паук. Рад помочь, офицер. Берегите себя. В смысле, а почему я не остановил за 3 минуты? Там же как раз время только пошло, я меньше 3 минут потратил на это все дело. Странно. Странно и непонятно. Демоны закончены, осталось, получается, только 2 преступления осталось у нас. Вот это сейчас было обидно. Кто следующий? Без урона уже не получится, да? Жму. Давай, отлично. Подкрепление. Видимо, это и есть организованная преступность. Ох, жирный-то! Добро пожаловать на шоу! Тихо. Все. Конец дороги. Отлично. Осталось последнее преступление. Давайте еще немножко полетаем.
Всем постам, произошло нападение. Где? Всем машинам, выезжайте в Лонгах. Где? Отлично. Последнее преступление. Здесь все выполнено. Слушай, Юрий, хотел спросить, как Соболь относится к нашим особым отношениям? Да, не в восторге. Настолько плохо? Скажем так, если они узнают, сколько информации я тебе скормила, я буду рада закончить свои дни на острове Райкера. Я не хочу подвергать тебя риску, если лучше прекратить наше общение. К черту все. Городу просто необходимо, чтобы мы работали вместе. К черту, Соболь. Все как всегда. Вот почему ты лучшая, Юрий. Тебя ничто не пугает. Чертовски верно. Не того. Ой-ой-ой-ой, я что, не готова, Путин, что ли? Готова, отлично. Смешные вы, хулиганы. Смешные. Все, здесь, получается, мы тоже с вами прошли. Адская кухня пока тоже зачищена. Ну, хорошо. Хорошо. Никаких доп-квестов у нас, получается, сейчас нет. Опять-таки, открыт новый прием. Угу. Ладно, даже, в принципе, не знаю, чем заняться, потому что уже как бы и серию пора заканчивать. Давайте, наверное, тогда закончим ее, да? Продолжим уже. Тогда пойдем по сюжету. Сейчас сюда переместимся поближе. И продолжим в следующей серии. На сегодня все, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.